был и все. Да, ты пойдешь в этот. Одного нужно тогда на замену человека. Еще. Ну ладно, пишет, что он выступит. А кто в ДЦшнике пойдет? На замену кинуть сами. Да нет, мы просто общаемся там. Я не говорю, что... Если надо, могу... Давай. Нет, такого нету, надо, не можешь надо. Можешь мне на замену кинуть, если хочешь. Я как раз пойду поеду. Тебе ничего не надо. Мне... Ну иди, ешь, Юра, заходи. Да, вот. Юрчик, если что, потом поменяемся минут на 20. А, окей. Нет, тут Вова пишет, что у него пинг большой, заходи обратно. Окей. Когда он. Все, пошли чистить трэш. Здесь трэш не больно бьет, если что. Поэтому можете поселить сразу, блядь. Марухич, Валема. Ренессанс, когда мы заходите. Получается, апокалипсис, ты все равно ты в танке остаешься. Я апокалипсис попахаю. Окей. Я апокалипсис попахапаю и вот эти люди в танке. Полинор, у тебя также ник в Дисе? Сейчас, да. Так же. Хорошо, Леня, уходи, значит. Кому надо уходить, просто спать, вливайте, блядь. Уходите. Иллидан, самодовольный глупец. Я сокрушу его. И запределье будет моим. По поводу людей, которые сегодня не попали, пока что когда не решите. До завтрашнего дня, я думаю. Или до понедельника. Потом еще что сходите. С пугами. Да, с пугами. А следующее КД. Что погиб, хэш, собирай. Ну, я ж ходил на маге. Откуда ж я этот? Ну, там полугильдия, наверное, была. Ну да, ну... Там вся гильдия почти была. Я даже так скажу. А я хотел спросить, Виклик закрывать или пойдем гильдии? Да? Виклик завтра будет. Виклик завтра будет, бабки нужны. Нужно будет заработать. Боешек денег. На платки. Продаешь платки. Боешки. А! Ну, и К-25. Так, теперь все, кто здесь присутствует, голосование нажимаете, да, кто за ввод, за ввод за гол. 250 ЕП, 3000 голды равноценно 7-8 фласок БКшных. И сколько там рыб я посчитаю и сколько-то сопрота. Я уже дал Полинор. Что нажимать, не понял. Для тупых еще раз повторяю. Ну, короче, да, нажимай, не знаешь, что это. Завод, если что, нажму. 250 ЕП раз в неделю можно будет получить за 3000 голды 8 фласок БК. Сань, я предлагаю 2000 ЕП. Ой, 2000 голды. Блять, ну, ты мало. Не, просто это, скажем, мне кажется, это вообще всем подойдет. Ну, прям все будут скидывать. А чем 3, так принципиально отличается от 2.
А, стоп, ну, типа... Один раз три, а если каждую неделю, то, ну, накапливается... Это пользование. Вода две. Так это пользование. 250 ЕП, это вообще просто ничто, блин. Кто это вообще? А на страницу я могу 100к закинуть, и мне там миллион ЕП дадут? Нет, а, блин. Нет. Ладно. Только 250 ЕП в неделю можно будет получать. А-а-а. По желанию, при том, что хочешь, получаешь. И сделаю это так, что можно будет это сделать только в субботу. Там. Кто не хочет, тот не закидывает. Ну или там в среду какую-нибудь. То есть, когда мы все уже закрыли, чтобы не было, чтобы все были в равных условиях. Да, все 25-ки закрыли. Да, так и сделаю. Все 25-ки закрыли? Да. Ну, тогда будет вторник, среда. 25-ки все закрыты, которые сейчас интересуют. Это, скорее всего, будет вообще ДЦЛК только, потому что за ЦЛК БЕшки будут падать, БЕшки будем тоже продавать, там будет голды много. БЕшки, короче, еще раз. Покупать, мне кажется, не будет. Да покупают, все, знаешь, сколько денег. Наличие будет. Ну, рукоятки сейчас покупают. Ну, рукоятки покупают. И БЕшки будут покупать, и рукоятки будут покупать. Мы сегодня выбили, кстати. За полцены можно будет забирать БЕх. А цель какая вот этого? Чтобы фласки выдавать в рейде с рыбой, да? Да. Чтобы все было красиво, вот как сейчас, никто не заморачивается за фласки, ну, тогда, никто отдает. Тогда надо делать 1000 голды за 500 ЕП, тогда тебе миллиард накидают сразу. Нет. Это... Ну еще раз, ты сказал. Ты что, дурак? Рот закрой. Ладно. Смотри, вот ты предлагаешь что-то 500 ЕП за 1000 голды. Мы 500 ЕП получаем, ну, за 2 часа. Это типа из расчета, что я как-то писал там. Типа больше людей скинутся, больше голды просто будет. Если тебе надо больше голды, то будет больше. Да нет, здесь не в том, что больше, не меньше. Понимаешь, кто-то будет платить, а кому-то, у кого-то вообще денег нет. Надо выбрать сумму, которую будут платить. Ну, тысяча вроде у всех должна быть. Ну вот я и говорю, тысяча-то вроде у всех должна быть. Ну, просто это... тогда кто-то будет в неравных условиях. Надо максимально, чтобы для всех оно подходило. В смысле, тысячу получаешь за два острова. Да, тысячу уже все осилят, я думаю. Так это, ну, зачем это тогда, смысл? В смысле, тем более, за столько ЕП получается, ну, платить мало. Это потом разберем. Давайте сейчас рейдом займемся. Ренессанс, заходи, с Монте Войда и Кадаму. А, добегу сейчас все здесь. Я в Brawl Stars, короче, играть пошел. Так, фласки теперь. Ну, проблемы-то, да, будут в любом случае. Здесь пьют ДДшные фласки, кроме третьего пати. Третья пати, хилы пьют сапроты, и танки все пьют сапроты. Все остальные пьют ДДшные фласки. Сейчас я скажу, кто кому за какими фласками. Санька, у тебя же сапроты, да? Да, у меня рыба, дай обмен. Ты сапроты в себя пока оставь. Ты будешь подавать сапроты. Можешь мне один сапрот сразу скинуть. Да, давайте оставь я просто сейчас. Я дойду просто, я не смогу раздавать. Блять. Юр, зашмоньте Ренессанса. Ренессанс кинет обмен, будет раздавать ДДшные фласки. Бухой кинет обмен, будет раздавать саппроты. Освободите меня. Подожди. Не запоминай только ник, я раздал, я не скажу по тактике. Давай фласки пока не пьете. Юра, кидай обмен. На ДДшные фласки. Так. Юра, ты тоже будешь на этом? На кубах. Кадама, Войд будет тоже на кубах. Третья пати сапроты разберите уже у бухого мастера. Пятая пати тоже сапроты, тоже у бухого мастера. И все танки по сапроту тоже у бухого мастера. Теперь все остальные милики, которые милики, кидайте обмен Ренессансу.
за ДДшной класской. И кастеры, которые остались, там, Наоми, Марухич, по-моему, кто-то может быть еще. Мавар тоже может быть ты. И дайте обмен за СПДшными класками мне. Саня, у меня есть, если что. Ну, как хочешь. Наоми тоже кидает обмен за СПДшными класками. Пока что фласк не пейте, смотрите, ой, извини, давай еще раз. Наемник. Все, все сопроты их должны взять. Ну не пуляйте босса, пожалуйста. Чем метку поставить. Еще пообщаемся на эту тему. Вот завтра виклик будет, можно будет делать виклик и пообщаться всем вместе. Сегодня давайте займемся более важным временем. По поводу вклада на пути. Ну, надо что-то сделать такое, чтобы было всем комфортно, но на какой-то период времени. Потому что бывает, что боешка не падает, и золота нет. Все, сейчас кто запулит босса, я замечу это. Дам минус ИПО. Смотрите, я расставил метки. Вот, можете сразу на эти метки поставить свои порталы, которые метки я у вас поставил. Так, танки. Апокалипсис. Ты ж не танчил здесь, не знаешь, как танчить, да? Смотри, касается всех танков. Папахапа, ты, кстати, тоже в танке. А, ты уже в танке, касаешь. Как здесь танчить? Босс кастует сокрушительный удар, сокрушающий удар. Твоя задача будет в момент каста сокрушающего удара забрать босса. И сейчас будет последовательность. Первый будет танчить где-то топор, второй будет танчить Юи, ты будешь третий танчить. То есть ты забираешь после Юи. Когда танчит Юи, ты все время следишь за боссом. Он начинает кастить сокрушающий удар, ты сразу нажимаешь таунт. Должен в идеале во время каста нажать. Это понятно? Смотри, он иногда кастит другой скилл, порталы, когда активирует. Не перетаунти босса в этот момент. То собьется очередность людей по таунту. Ну, как бы это не так страшно будет, если ты сорвешь, но просто сорвешь очередность. Все, это все тактика для тебя. Теперь, касается всех остальных. Вот здесь есть 5 меток. Джанг, Войд, Ренессанс, Будревен, Омикрон. Вы все стоите на метках. Стоите на метках, будут активироваться кубы. Ваша задача во время кубов пробежать и нажать их. Нажать и не отпускать. То есть вы зашли по команде на куб, и по команде нажали, по команде отпустили. Раньше не отпускаете. Здесь времени чуть-чуть больше, чем в обычке. Есть там где-то секунд 5, но все равно не тупите. Вот вся пятая пати, свои метки посмотрели, это ваша задача будет. Также Омикрон. Ладно, сейчас. Микрон. Смотрите, босс будет здесь выпускать 3 портала, кто здесь не был. Левый портал, мобы, демоны выходят. А микрон, твоя задача, когда активируется левый портал, ты мобов не бьешь, тупо декуртишь людей. Здесь вся твоя задача, декуртить людей. Можешь здесь магический доспех нажимать и тупо декуртить. Когда идешь прожимать куб, декуртит скибиди в этот момент, когда идешь прожимать куб. Касается левый портал. Также левый портал. Первого моба сбивает косты Папахапа. Ему сбивает. И держит его. Мистер Бонд напуливает второго моба и сбивает косты второму мобу. Кадама напуливает третьего моба. Ренессанс напуливает четвертого моба. Третьему мобу сбивает Троянский каст.
четвертому мобу сбивает у нас бета-тестер. Там выходит 4 моба. Босса мы туда подводим и заливаем потихоньку. Приоритет всегда и по мобам играть. Играете все по мобам. Дальше. Может активироваться центральный портал. Центральный портал. Санька, на тебе помощника. Будет ставить метку. У меня нет этих аддонов и макросов. Блять, ну мне тяжело. Кто может метку поставить? Войд, тут? Угу. Сможешь метки поставить? Ну да, да, ассист. Все, дал ассиста. Ставишь череп. Череп гриппает троянский. Все заливают череп под боссом. Сосуны по КД его теряет. Сосуны по КД его теряет. Даже не сосуны, давай майлик по КД его теряет, сосуны на сейве. И просто заливаете по одному мобу. Также моба гриппнули, сразу в него оковы и продолжаете бить. Это центральный портал. И последний пока активируется правый портал. Правый портал. Во-первых, мобов никто не станет. Никто не дает никакие рывки в них. Бьете все тупо АОЕшкой. По команде. Папахапа начинает собирать. Там Кадама может или Ренессанс напулить помочь. Но не бьете. Пока не вышли все бесы. Вышли все бесы, мы подвели босса к бесам. Начинаем заливать бесов. Первый застанет Папахапа. Второй застанет Сацун, и третий застанет через гнев тебе с Майлик. Никто точечно не станет. Все бьют АОЕшками и не станет. Еще раз напоминаю. Итого, босс сложный до 50%. На 50% мы выбегаем в трусы, и просто босс становится манекеном. Наша задача — заливать приоритетом трэш. Заливаем трэш, убиваем босс. Все, это вся тактика на босс. Теперь, когда мы будем заливать мелкий трэш, приоритетом сбивать каст не залп стрел тьмы, а исцеление. То есть все касты исцеления должны быть сбиты. Трусам сбивает где топор, Луне сбивает Юи, Апокалипсис сбивает квадрату. Рамбу сбивает Мистер Бонд, бета-тестер сбивает кресту. Троянский тоже там, на подсейве крю креста. Это вся тактика. Убиваем точечно, не уешками. Убиваем вначале череп. Вот он. Потом череп вам войд переставит на другого моба. И будем заливать всегда череп. Точно. Также следите за своим агро. Следите за своим агро на левых мобах, когда выйдет левый портал, активируется. И следите за своим агро, когда заливаем вот сейчас трэш, чтобы никто не сдох. Все. Готовность на пул. Ну, на рыбу там. На сопроты, это понятно, что он не пол. Баф это сдали. Запихай, пожалуйста, трех танков, которые будут точить босса в одну пати. Да, сейчас прости. Я четырех даже запихаю. Вот, вся четвертая пати это танки и Кадама, он немножко урон снижает. Все, ешьте рыбу. Была, да? Не было рыбы. Заходите. Вот лежит. Боссу заходите, кушайте рыбу и будем гулять. Ребят, босс вообще не сложный. Чисто задача залить трэш, по трэшу максимально урона, не жалеем, бьем, ауешкам и следим за своим агро на левых мобах, также декуртим. Мгновенно. Косты должны быть биты. Фласки раздавали. Ты к Ренессансу за фласку. Закинем как, кто не стоит на этом. Вон, на Оми закинь, на Йоми. Кашку закинь. Кто не на кубе. Все. Так, все рыбку покушали. Готовность на пол еще раз последняя. Мы будем гулять. Еще раз очередность, где топор, Юи и последний. Чего не хватает бета-тестера? Кулак по бета-тестеру закиньте. 10 минут не можете, хотя не, надо 30. На нем моя каска и чё, на МП5, все. Пропало, ну, проснитесь. Стань, закинь, нет, или кто там? Бета-тестеру кулак. СС-1 из Морскому залейте. Изморскому, давай ты, Джанг. Будрейвен, залей танку. Давай Апокалипсис. Нет, давай не Изморскому, давай, Джанг,
ну, если залил уже, то ладно. Если не залил, то залей мне один СС, второй апокалипсис, что Юэй в прошлый раз не тупил. Ну, ничего страшного. Что, еще раз готовность? Давайте быстрее, ребята. С класки там все выпили. Кадама, почему темнее еще Кадама, почему без класса? Все готовы. Фу. Еще раз напоминаю, каз сбиваем не стрелы, а исцеление. Все играем точно по черепу. Они не должны ни одного исцеления закастовать. Войд, скинь агро. По шнуркам сальву. Отдал бомжей. Есть баун. Войд, переставь череп уже на кого-нибудь другого. Дальше играем, добиваем эту цель, потом играем по другому черепу. Закастуй бухой этот, давай бухой ты, бомжей. Троянский тоже может закастовать, Юй, нажми избам. Мистер Бонд, скинь агро. Каст. Хорошо. Переставь еще череп, Войд. Это, люди, есть у кого ящичек? У меня стрелы кончились. Кинь обмен ренессансу, ты можешь во время боя, но тебе кинь сейчас стрелы. Киньте агро. Апокалипсис, закастуй бомжей последний. Опахапа потом просто пособирает мобов. Ты если что, надо трефить опахапа. 10 секунд сейчас, босс будет. Добивайте череп, все точно. По черепу я запулю босса. Добили трэш и сразу по боссу. Геру дали после трэша. Все, этих големов не бьете, все по боссу играют. Также забыл сказать, кастеры, на вас будет вешаться печать. Мактеридона, вы во время, когда она заканчивается, 2 секунды, стопайте каст, иначе сожжет 50% маны и нанесет столько же урона. То есть вы можете кастить, но когда она заканчивается, стопайте каст обязательно. 2-3 секунды уже ничего не кастит. Мгновенки можно как-то бить. Юэй, забирай. Апокалипсис, приготовься, ты следующий будешь. В огне также не стойте, не горите. Во время каста апокалипсис. Молодец. В огне не стойте. Можно в лицо куда угодно бить. Синдри босса. Можно стать. Кубисты, смотрите, приготовьте, скоро будет. Бейте, бейте пока. Забирай. Приготовились, кубисты. Пока приготовились только. Нажали все. Еще один. Все, отжали. Отжали. Там какой. Центральный портал. Войд, ставь череп. И теряем череп. Когда все по черепу сейчас играют. И уворачиваемся. Попахапа, уведи их подальше. Чего они бегают? Ну, блять, почему, сука, два моба на хиле? Не того гритнули, бейте. Блядь, ты морский кто. И не перетаунтил кто-то. Ладно, упадите. Быстрее упадите. Смотрите, папа-хапа. Да... Упадите уже. Блядь, зря долбай. Зайдите все, зайдите в лужу, зайдите под этого, смотрите еще раз, ребята.
появляется центральный портал. Вот этот один из самых сложных. Появляется центральный портал. Папахапа, ты должен уже стоять к краю стенки прям и держать их возле края стенки. Никто не трогает трек. Тот. Вам поставят череп, только туда заливаете. И все держитесь ближе к боссу, чтобы по вам не, к вам волны не доходили, вас не нужно было пилить. Это касается этого портала. Может быть. Ну там на нем была частица, на, точнее на тебе была моя частица, но я терял. Я, видимо, просто нужно захилить. Да. Темнеешь, а ты на танках, если что. И держи частицу всегда на папахапе. Ладно, я буду просто прожиматься под этот, под сокрушающим. Тут хватает прожимок. Жан, вставай. Встали, побежали, будем биться заново. Еще раз, забыл рассказать про печать Мактеридона. Да, кастеры, печать Мактеридона вешается, 3 секунды окончания, уже не бьете. Не кастуйте, точнее, мгновенки можете. Типа щитов. И еще раз, активируется левый портал. Вон, папахапа здесь, по-моему. Вот, папахапа, прям уперся сюда в стенку и держишь здесь возле стенки. Темнеющий тебя прокилит. Смотрите, все, а все остальные стойте ближе к центру, чтобы... Вот, чтобы мобы, точнее, вас не цепляли. Что, рыба есть? Кушайте рыбу. И смотрите, мобов пока не напулили, никто не трогает. Кто-то там сорвал. А ханты тоже всегда помогаете напуливать. Но ханты, когда выходят центральные мобы, напуливайте в попухапу. Выходят, вообще, в принципе, напул всегда в попухапу. Только первые напулы в этого. Все напулы оставляйте на трэш, короче. И напуливайте в попухапу. Помогайте им. Это готовность на пол, заходите. Это то же самое. От Сила, по-моему, у тебя остались бомжи, ты закастуешься. Еще один распиар. Так, все готовы, кроме Джанка. Джанк готов? Кулак бета-тестеру закидывайте. Это Энг, если что. Все, благодарствую. Еще раз. Готовность. Но. Все, Жень, скидывайте. Так, все готовы. По костам все то же самое осталось. По кубам. Кубы только до 50% есть, как-то есть. Дальше уже нет кубов. Ренессанс, приперись мертвым. Мод без места, не нравится, причем чей. Ну, пусть все в разные цели играют. Закастуй бомжей от Сила. Троянский, по троянскому сальву любой поводим. Зачем? Меня по воду показывает, что ты начал вставать. На мне моб и сел, но он меня не бьет. Типа, ну, не пробивает. По черепу играйте. Надо быстрее заливать туда. Сейчас активируется бот. Галине, боб, либо сальву. Кадама, притворись мертвым. Сдохните, боб. Все, добивайте там последних. Мобов я пошел у босса. Ловить.
Сосуна, не умрите только. Локи можете поизгонять. Элем... Все, Элем, после того, как добьете моба, Элемов можно не бить. Яру дали? Заберите с меня Голема. По одному. Подпиляйте его там. И Катик еще раз напоминаю. Топайте газ. Калип чисто следующий, напоминаю. Кубисты скоро будут кубы, просто пока приготовьтесь. Приготовились кубисты, на позиции зашли, пока не нажимайте. Нажали. Отжали. Бесы. Сейчас на пульте бесов. Бля, я забрал босса. Забери апокалипсис. Бесов на пульте, они бьют всех. Бесов на пульте. Потом вышли все бесы? Нет. Все, да. Юй на змея избаунд, пошли его ESками бить. Скажите, когда сбить каст, если я танчу не вижу. Первый ППХ по стан дает. Даже два яйца отсюда. Пацуны, ты нажмешь мне. Апокалипсис дает вам. Апокалипсис. Финал когда дает вам. Все, отведи отсюда. Там один бес остался. Убейте. Кубисты, приготовьтесь. На позицию пошли. Продали. Отпустили. Левый так, пошли портал. К тому. Ага, левый портал на пул, не забывайте отдавать. ППХ побежал, косты и маг тупо на декурте. А из маста крути мне еще нажимай. Следующий массакру Майлик нажимает. Все играют точно по Элему. Не точно, а уехкой по Элему. Косты обязательно сбивайте. Даешь? Нажимай ему. Да, да, да. Сейчас у меня есть баун будет. Папахапа, давай марш. А, у тебя нет маршрута. Давай, сбаун. Демон останется. Юи как откатится, Даша из баун тоже. Иннер по скибиди из Морски. Приготовились кубисты. Добили моба и побежали на позицию. Побежали на позицию. Прожали. Отпустили. Еще раз. Левые. Левые. Подводи апокалипсис опять под левых. То же самое все делаем. Айсбаунд, если есть свободный у кого-то. Не горите, только в огне не стойте. Часть мактит дона не забудьте. Айсбаунд отдаст апокалипсис ПКД. Нажимай. Темнеющая тоже ПКД, да.
у меня есть, если есть мастер-кран в ней. Угу. По хапу прохильте. Это точно через ауешку, но точно добейте. Кубисты побежали. Приготовились. Еще раз. Нажали кубисты. Ну, отпустили, все. Хорошо. Юрий, прохильте. Жми майлик, массакру. Сейчас, следующий я отдам, айсбаум. Дальше Юи после моего, через 7 секунд. Скончится, не знаю. БР по Сасуне из Морта, если есть. Юи, нажми, масс, айсбаум. Приготовься, пока не закрыть. Троянскому прохильте его. Темнеющие, если есть мастер-краны в ней. Вот, очень. Окей. Кубисты побежали на позицию. Прожали. И дерзите. Гитаристы. Отпустили. Отпустили все гитаристы. Отбежали к центру ближе. Грипайте одного, ППХ попадали. От нас. И прохиливайте ППХ сейчас сильно. Вы сейчас четвером хилите, если. Темнее еще нажми массакру. Следующий, по-моему, майлик откатывается, да? У меня еще 30 секунд. Ну да, ты следующий. Следующего гитариста, когда добьете этого. Я по черепу, если что. Череп гриппаем. Фир-фир-фир. Мой. 17 секунд. Сколько там гитаристов осталось? Один или два? Последний? Да. О, вот как хорошо идем по ДПС. Может, ты можешь майлику залить имер? Кубисты побежали. Залейте майлику имер и гноем из-за косты гимномана. Кубисты приготовились. Пока ты... Чё раз гитарист? Чё раз гитаристы? Прозали кубисты. Все нажали. Еще один не нажал. Блять, один не нажал. Луна! Трусы. Все, отжали. Хорошо. Ага. Красавчик. То же самое с гитаристами делаем. Блять. Луна, трусы. Пробуем ППХ. Прожиматься-то будете, и ППХ тоже будет станчить. Изморский прыгает уже в мишку, в принципе. Ой, Юи сложил. Есть, кстати, Юи? 3%. Грипните, нет? Нет, да. Смотри, сейчас нужно, чтобы кто-то тоже забрал. Подсокрушающий. Троянский, прыгнешь во фростойку и заберешь, если что. До каста или после, я не помню. Во время каста нужно было. Во время. Давай, забирай. Ай, блядь, не забрал у Фархара. Падайте. Все, минус 3 танка. Ну вот это весь босс. Блядь, нам так повезло, ё-моё. Запаниковали. Упадите, упадите быстрее, просто нормально, ничего страшного. Некоторые люди первый раз. Не спешите называть... куб и отпускать, тем более, пока вам не сказали отпустить. Луна, не луна, трусы сейчас, он на трусах. Джанг, кстати, ты не обосрался. Не луна, я даже сказал, случайно. Сейчас я спикнусь, блять, я не в том спеке, я посмотрел без
одного скилла. БР отдали по сосунам. Ну, надо, наверное, на танков оставлять, потому что, ну, 4% да, босс да. Умирал. Да, да. Надо прям на танков оставлять. Ну, ничего страшного. Ну, видишь, у нас вот косяк, что один только друид есть. Блин, вообще, конечно, жопа. Жопная. Ну, у нас ДПС зато сегодня много. Достаточно много. Мобы умирают хорошо. Где-то, может, не идеально, но много ДПС. Да, должны убить. 25 минут. Ну, если не за сваком, есть грифс у кого-нибудь? Может, у меня... Есть. Я поломался полностью. Локи, если есть СС-ы, СС-ы, закастуйте один на где-то пора, второй на... Давай на апокалипсис. Хотя апокалипсис не дыхал. Красавчик. Короче, один на где-то пора, второй на Юи давай. Если есть. На где-то пора джанг закастует, на Юи второй лок будет Рейвен. Поставьте. И не забудьте закинуть не бухому, а этому, блин, бета-тестеру. Также, Локи, когда ССы пропадут, чтобы бой длится больше 15 минут, вы тоже обновите по тем же танкам. В принципе, трай был хороший. Должны были убивать. Меня сложило. Также, ребята, у босса 50% все сразу же бегут в трусы. Когда у босса 50% будет падать потолок. Если есть какая-то прожимка, свою прожимку нажимайте. И свои не забудьте, кстати, даже прожимку. Да. Готовность на пол. Бета-тестеру снова кулак закиньте. Он же спросил. Апокалипсис, ППХ, по скибине. Апокалипсис, Женя. Моя кровь станет вашей погибелью. Женя, ты тут? Усанись тут. И апокалипсис. Ну, давай, пуле. Апокалипсиса нет. Он пошел на минуту. Пока все тут, сядь тут, пуляем босса. Бета-тестер снова бухой. Но не в карте. А все готовы. Играйте вон пока что по черепу. Потом вам переставят череп где-то на 50%, вы добиваете этого моба. А потом череп. А, не сдохните только, чтобы БР на вас не тратить. Я не сбил каст, меня захеряли. Кастуйте бомжей, у кого есть свободные. Следующим черепу играем. По сейвам тогда паровозиком. Первый я, второй Юи, третий апокалипсис, четвертый темнеющий, последний Майлик. Я отдал, потом скажу, когда Юи закончится. Потом покажите следующий. Также ДКшники, давайте будем сейчас прожиматься под каждый там тринька, либо кровь вампира. Под каждый каст распекающий.
Мобов зафиряйте, забаньте часть. После этого. Ярл, а, уже да, хорошо. Пацаны, смотри, Сань, куда. Про печать Махтильдона тоже не забывайте. На меня не повесила ее, я сейчас топ танчу. Забагала тоже. Приготовьтесь просто пока что. Чуть ближе к своим меткам отойдите. Все, приготовьтесь. Прожали кубы. Отпустили. Бесы. Подводи... Не, пока не подводи к бесам, когда все выйдут бесы, тогда подойдет. Там, который танчит. Попу хапу прокил и юин. Да, пошли, еще не вышли все. Чё, пока портал открыт, Майлика прокиньте. Все, пошли, босса повели, апокалипсис. Отдал айсбаунд. А уехал тупо. Отдавай Юи, ты айсбаунд. Меня прокиньте на пол. Приготовились кубисты. Разошлись по меткам. Приготовились. Прожали. Все, отпустили. Гитаристы в центр босса апокалипсис. Подальше от папа хапы. Следующего. Короче, видно. Да, блядь. Дайте ребаф. На хп весь ребаф. Все, пока БР не даем этим будем. Да, возьму. Показали кубы. Отпустили. Добили гитаристов, если остались. Yes. Юи, прокиньте. Вот пока лифт, развернись в ту сторону, чтобы визвел сразу босса без. Юи, я избаунд. Запасли все заливать. Не, держите на пол, пожалуйста.
станы там со станами смотреть. Нажми темнеющее массакро. Второй стан. Нурки и Сальву. Сейчас в центр босса вывели, снова кубисты приготовьте. Только не горите. Кубисты приготовились. Прожали. Ну, хорошо, отпустили. Какой там портал? Где мы? Майлик, нажми массакру. Темнеющий БР отдавай. Из морски. Или баф сразу я. Или его. Апокалипсис масс айсбаунд. И гноем и гимн на ману. Айсбаунд. Иди сейчас за гром своим ребятам. Ниф небес можно сдавать этих новых. Так, ничем не еще, если есть массакра, нажми. Надо бы отвести, тут вложим. Подождите, клады. Ну, блядь, что не просили Юи? Он не фул хп был. Подите. Потому что была, была печать потери, да он висел, блядь, секунда оставалась. Юи, блядь. Повернули Юи. А, стоп. Вспышку все равно не прожали уже. Давай, нападайте. Стали побежаем. Ну типа просто умирают вообще все. Блять, шоками только и хилишь, блядь. Что, Петя, заходи на этот. Вот он. Все совсем грустно. Не, не то, что совсем грустно, но когда мы будешь тоже на этих... Хотя никогда, Марухич, справишься с прожатием кубов? Я думаю, справишься. Сейчас будет плюс много урона. Но мне что-то один СС. Я тебя Ренессансу за флаской обмен кинешь. Поставьте скаф, Гудрэлл. Закинь СС на меня, я как-то отдыхаю. Не могу понять почему. А, понятно. У меня здесь талант говно раскиданный. У меня крепость не прокачана. Сопрот, чтобы меньше урона получать от огня. Ты же все равно... этих. Может, во-первых, на кубе тебя куб, во-первых, дамажит, во-вторых, на куб, возле куба может быть фласка. Ой, не фласка, а лужа разбита. Чтоб хилам было проще. Там штуки. Омикрон. Марухич, Марухич, чё там, какая метка был джанг? Трусы. Ты трусы прожимаешь, если что, Марухич. Готовность. Ренессанс на Йоми. Ики, Полинор. Есть пристабов. Пристабов. Короче, как все готовы? ДБМ пол.
или есть, то сбейте карту. Троянскому Сталеву, Ленинградскому предварительному карту. Там же я дал. Не сам тут Сталеву закиньте. Троянский тоже. Галине тоже Rocky of Life. Эти бомжей свободны. Первый секунд активация бота. Геру дали, надевайте. Приготовьтесь, кубисты. Мы по местам разбежались. Просто пока приготовьтесь, бейте босс. Пока приготовились только. Продали. Кубы. Отпустили. Сюда возьмем. Иди через 4 секунды, тоже да. А давай. Отдай апокалипсис айсбаун. Ближе крикните под босса. Полюбливо чего. Сейчас, если откатился, на меня залей где топор Будреван. Темнейшая масса крунами. И приготовились все кубисты. Пока что приготовились. Прожали. Все, отпустили. Бесы появились. Добили и пошли бесов собирать. На пулы отдали бесов. Все, все, спойлись, Юй, веди к боссу, Майлик прожми массетру.
Следующий я нажму айсбаун. Пойди по тебе. Дал. После меня Юй. Кубисты разошлись по местам. Приготовить бесы снова. Отведи немножко. Блять, я забрал апокалипсис, забери. Нажимаю. Забери кто-нибудь. Да, зубы отдайте, нажали. Мне зубы. Апокалипсис. Отжимайте, отжимайте. Я проебался. Саня, давай. Ну, ты плюс себе минус закинул. И после этого. Бывает все тут. Вышли. Все, подвели босса. Юй, апокалипсис, по-моему, у тебя есть айсбаун. Нажми. Следующий после апокалипсиса темнее еще через 9 секунд. Давай темнее еще. Ага, хорошо. Вспышка через 8, приготовьтесь. Приготовились. Прожали. Одну не нажали, все отпустили. Тут и держи, Юй. А, не, не демоны, повел куда, влево. Апокалипсис влево видите, на пулы отдали. Сейф какой-нибудь у кого-то должен быть. Апокалипсис, по-моему, у тебя. Или Майлик, Майлик. Ты точно есть сейф. Майлика отдам я. Отдал. После меня Юй. Апокалипсис-то прохильте. Да, она забрала апокалипсис. Ну, зубы... Где-то пора. Отдайте. Апокалипсис, когда спадет дебаф, заберешь с меня. Босса. Да. Вспышку приготовьтесь. Разошлись по местам. Бесы снова, отлично. По идее, переведем. Прожали, нажали, нажали, нажали. Отпустили, отпустили, отпустили. Стань, зубы только сейчас откадышились. Я в тебя отдал уже. Сколько там процентов? 4-3%. Так, когда будет 52% у босса, босса в центр. Все, апокалипсис, держи в центре, уведи его босса. Не босса все, никто не бьет. Сейчас ждем, пока все бесы выйдут и будем заливать беса. И апокалипсиса прохиливать. Прожми масс-сейф темнейший, по-моему, у тебя есть, или апокалипсис. Марухи еще прохильте. Босса никто не бьет, залейте все бесов. И потом босса переводим и все в трусы убегаем. После бесов. Блять. Ладно, БР пока не надо. На хп дал. Добейте, переведите босса. И потом в трусы уводим, убегаем все. Массакра, массальва, там, у кого есть, тот нажмет. Все, перебежали все в трусы. Воротам. Какой-нибудь массак... Отдал айсбаун. Чё, всё? А там чё? Да, бьём в центре, в огне не стоим. По КД отдаём сейвы. Танки в зелёной луже не отлетит. Юй, выведи немного босса. АПД, выйдите. В луже не стойте, алё.
Вон, здесь свободное место. Апокалипсис, туда. Выведи бот. Не стойте в лузе. Вот, центр освободился. Слишком далеко не уводить, в лузе пойти. Так, у кого сейф есть, масс сейф, отдавайте свободный. Я отдам. Давай. Сейчас делите танков на фул, главное. Похапать что на подсейве. Пал одну частицу. Апокалипсиса поднимите. Стоп каст. На Йоме, если есть гимн, закастуй на ма... Не, на ману не надо. Подними из морской ренессанса. Или бах его сразу. Стоп каст. Я 10 секунд. Не горите только. Отдал сейф. Следующий потом после меня кто-нибудь сюда. Поднимите ренессансы. Что нельзя? ПД? Измор. Он отошел, скорее всего. Охуеть. Красавчик, блядь. Геру давайте. Понял, понял. Да, дай Геру. Расхиливайте только. Нет, ну очень много в огне стоят. Свободные... Слабо могут с огня выбегать, и сейвы по КД. Темнеющие, да, просто темнеющие. И там в огне тоже стоят. И после темнеющих кто-нибудь отдает сейв. Апокалипсис, после апокалипсиса следующий. Иннер по Майлику. А, вот да, да. Не надо. Стоп-каст. Стоп-каст. Так, если есть свободная эсбаунд, просто по КД просто нажимайте. Никакие не аманчил эту фильм. Юи, после Юи кто-нибудь тоже, если есть свободный. Я там. Угу, да. Горячи, не горячи, ребят. Стоп-каст. Давай, сбаун. После меня, по-моему, утемнее все есть. Будет скоро. Да, и сейчас как раз по КД нажмем. Стоп-каст. Стоп-каст. Сейчас и вы отдайте там то, что есть. Стоп-каст. Пусть тебе танки добивают одни. 700 тонн. Добивайте, добивайте, не слушайте. Вообще на мужика. Что?
Всем грац. О, маунт. Говно. Давай маунт паролем и Одесса Нерос. Дезл. Отлично. Сука, почему не дезл, когда я на магии? Потому что здесь Алёшка у тебя. Алёшка, все мечтают зря. Ну, наверное, думаю, ребята, сегодня уже не пойдем. Не пойдем сегодня. Да. Какой-нибудь другой день перенесем. Я предлагаю завтра, потому что завтра я сыграю, а потом опять не будет. Может быть и завтра. Посмотрим. Посмотрим, как придет идея. Если завтра придет нормально, то пойдем туда. Пройдите сумку. Я завтра работаю, так что я только максимум, может быть, это на выклик только приехал. Мистер Бонд, посмотрим. Виклик на этом когда будет по-любому. На следующем, возможно, уже виклика не будет. За ИП? Да. Так виклик завтра или сейчас в груди? Будет зависеть от того, как люди придут. Смотрим. Не могу сказать, если придет много людей, вот, то можно было подумать насчет груля. Так, и я себе еще минус оно. Минус я там один раз заслал. Чуть не положил рейд. Ну не положил, значит нормально. Ну, ладно. Санёк, нет, не положил, там... значит нормально. Да всё, я вряднял. Юи, если б Юи, скажем так, хорошенько там всё не сделал, и вот ему можно было бы... Дракона пороть. Ренессанс. А вот, кстати, Ренессанс, тебе можно было бы не отдавать за то, что ушел. Мы тебя бэрнули, а ты не встал, говню. Дай обмен. Квадратом. Да, да, кидай обмен, все быстрее только давай. Ты все начислил, да? Да, я начислил, если кому ничего не надо, то можете уходить. Дальше. Самая вкусная, быстрая печенка. Печенка. Я посмотрю, брат. 3900, 6к Сацуна. 6к. Раз. 7 скибиди. Соня, куда летим? Ну, чтобы быстрее было, раз, то вы будете. 7, 2. 7, 3, кидай обмен, Жень. Квадратов. На типа, блядь, квадрат этот. Ну вон, прыгай. Сильный треугольник, синий треугольник. Сейчас. Отнимаю сразу, чтобы не забыть. Ты какой там уже, Женька? Дальше руки. Навара, класс. 200-250, если что, старт. Ну, 300. Ты, каких 3К? Мистер Бон помнит про эти руки. Ну, давай 250. Серьезно? Ты апокалипсис 300. 450, этот троянский, апокалипсис 500. А, имономен? Имономен не идут РПБ? Да. Он же этот Владыка какой-нибудь. А, все. Апокалипсис 1000. 1.2 троянский, 1.5. Блять, я буду забирать эти руки. Ну, насколько. Я бы сказал, но ладно. Пускай. Кстати, такие же падают с этого Скары же, да? А вот и Папахапа ворвался. 1.7 Папахапа. Сейчас же выйду за удашку через неделю. Через 2 Папахапа 1.7, раз. Папахапа 1.7, 2. Папахапа 1.7, 3. Кидай обмен Папахапа. Нехер купить. Да двигайте или ждать, куда он, кому оно надо? Что ты говорил, Ваня? Шмот за ОД выйдет в лучшем случае через 3 недели. А там разве есть перчатка? Перчатки там, да, есть.
На следующей неделе выйдут только Т-10. Сань, ты мне накидывал? Да, я себе накидывал, сейчас накину за маги отдельно. Голова 250 стар. На мой. Отсила 250 раз. 252, 253. Кидай мне. Сейчас. Всем слышно, как мой кот буянит. Газл. Газл. 150. Мувар 3К. Ну что так спешить? Ну давай мувар 3К раз. Мувар 3К 2. Мувар 3К 3. Кидай мне сами. Не, ну это имба, да. Лучше жезл на данный момент нет. Ну, карри еще. Я же говорил, что мой будет. Я только надеялся, что 6К это предел будет у него. Зря так много сразу поставил, но это ладно. Ну так и у меня был расчет, что я за 6К его буду забирать 15. А, ну тогда вообще я подниму. Я сколько доволен, ну хотел, дал. Все, у кого там были фласки, это люди, которые мне, в принципе, доверяют, закиньте их обратно в гильду. Так, надо запомнить, у кого сейчас проходки есть. Ну, там наемник, по-моему, здесь.